Вегас и походу дали жару. Первой паре суток мы потратили все дало. В номере стоит едкий запах перегара. Да, мы были на пределе, но нам все казалось мало. Как так оказалось, на полу два вышибалы. Пьяные подруги отъезжают на диванах. Наших было трое, но сейчас их только пара. Один почему-то в ванной, а второй уснул у бара. На сбитые бутылки Хеннесси, и в голове никак не клеится. Завтра наш братуха женится, но мы потеряли его в Вегасе. Пошли отели, никакого результата. Одни и те же фразы повторяем персоналу. Speaking Italiano, speak Americano, no. We from Kazakhstan, и мы в поиске братану, мэй. Мне звонит его жена. Приведи его сюда, или он полная пи***та. Вот это да, вот это да. Если честно, то я в шоке, братан. Хо сочиня. Разбитые бутылки Hennessy, и в голове никак не клеится. Завтра наш братуха женится, но мы потеряли его в Вегасе. Пацаны, куда он делся? Ваза, братан, я же говорил, не бухай вчера. У меня Ажана бомбит, братан, мы его потеряли. У него свадьба завтра. Братан, ну мы же приехали нормально. Не убери трубку, чё ты? По-моему, весь отель обшарили. Чё найдётся? Не, ну... Как, да куда он делся, братан? Ну вчера же вместе... Ты до меня его Ажана вытрясет, высушит и убьет к чертям собачьим. Алина, Павел! Ну, косяк же лишний был, братан, но я же говорю, не надо курить. Зачем курить, а нашу братан, это плохо. Вообще, Аза, ну зачем бухать? Ну ты в Лас-Вегас приехал бухать, что? Все, отвали, башка болит, запарил. И чё? Чё делать теперь? О, пацаны, вы чё, как тут? Я в этот магаз вообще ходил, здесь чё-то сушняк дороговат. Я молочка купил, пацаны. Чё там? Ты чё? Охуел!